Всем привет, доброе утро. Я восстанавливаюсь, монтирую видео. Вали сейчас нету дома, она поехала по делам, я ее жду. Она поехала с родителями, вот. И не знаю, может где-то через часа, полчаса, где-то 40 минут она должна приехать. Мы все вместе поедем в магазин, я тоже хочу выйти прогуляться, попробовать. Так что вот, буду ее ждать. Всем привет! Я уже дома, точнее, мы приехали домой, я одела Богдана, мы поехали в магазин, вот, очень все там, очень быстро так делали, буквально за часа два мы собрались. Вот, у нас сегодня мега закупка, так что сейчас покажем, что мы купили на неделю, чтобы неделю полностью не думать о еде. Приступим. Мы купили такие салфетки хорошие. Два таких сникерса, это новые какие-то, попробуем. Чтобы я не тормозил. Чтобы ты не тормозил. Сыр наш стандартный. Две пачки таких салфеток у нас в комнату. Пачка яиц. Сыр на бутерброды мазать. Вот такой вот. Потом. Джексу консерва. Таких два йогурта, сметанка, три пачки молока, я еще две не буду доставать. Взяли, а мы же у нас еще пепси есть. Пепси за 1 цент, там покупаешь за 30 евро и за цент можешь купить пепси, так что мы взяли. Две пачки говядины, тут она уже порезана, будем плов готовить. Пачку куриной грудки, рис будем делать. Докторская колбаса. Печенку. Это она упала? Угу. Взяли печенку. Все, здесь молоко только осталось. Да, забери, а то он сейчас ее съест. Дека, что это? Упала колбаса. Сейчас ее прокусит, но... Не прокусит, но смотри, я же вижу, что он не кусает. Куда? Так, отдай, отдай. Все. Вот это добыча, да, для него? Ну. Так, и тут две пачки молока осталось. Колбаскин. Следующий мешок. Я купила такой, взяла в другом магазине. Одна ходила, это сок мультивитаминный. Лавашики. Вот, будем делать и завтрак, и вообще вкусненькие они. В аптеке я взяла себе такую умывалку для лица. Тертый рис. Рис. Тертый сыр. Кочан капусты, это айсберг. Два авокадо. Шампиньоны. Помидорки. Пачка сахара. Бананы. Густые сливки. Замороженные овощи для жарки и для супа, очень вкусные. Мыло для рук. И огурец. Все, больше тут ничего нету. И еще взяли мы Джеку корм огромный. И сколько? 6 бутылок воды мы взяли. Вот такая вот у нас закупка на всю неделю. Нам точно этого вполне хватит. И сладкое, и так, в общем. А помимо этого всякого мяса, будем еще, может, блинчики приготовим, в общем. Вот так. Потратили, я не помню, если честно, мне трудно пока сказать сейчас. Около 50 евро мы на все потратили, потому что надо посмотреть по чекам. Еще там всякие дополнительные вещи покупали. Все, вот такая вот закупочка, будем все это раскладывать. У нас уже вечер. Мы погуляли, сходили с Джеком, встретили маму с бабушкой. По дороге, да? Нам напротив пришли, вот, сейчас дома отдыхаем. Уже вот, решили перекусить, сделать чаю с бутербродом. Вот, и будем отдыхать уже завтра воскресенье. Сильно никуда вставать не надо, да? Ну, надеюсь, да, завтра выспимся, хоть перед рабочей неделькой. Ну. Вот, как ты себя чувствуешь?
Ну, по чуть-чуть все заживает. Не беспокойтесь. Затягиваются у Богдана эти швы. Уже видно даже такой, ну, цвет даже у тебя даже другой чуть-чуть. Это были зеленые нитки. Теперь их нету. Не, ну они есть, но они такого уже другого. Так что идем пить чаечек сейчас. Вот. Взять поднос, нет? Чего? Взять поднос. Да ладно, не надо, не. Нет? Все нормально, да. Так что вот, мы сейчас посмотрим немножко фильм. Ага. И будем уже ложиться отдыхать. Нет, все нормально. Ну что, мы собираемся ложиться уже отдыхать. Смотрите, какое небо у нас странное. Какая-то точка сверху. Непонятная, белая, и потом все такое. Какое-то оранжевое, странный какой-то цвет, в общем, небо. У нас обещают сейчас пургу, ну что мы вот смотрим с Богданом. Во сколько обещали, не помнишь? В 2 часа ночи, но еще рановато. Вот. Так что, представьте, еще пурга будет. Вот, мы собираемся ложиться спать, досмотрим сейчас фильмец. И уже будем отдыхать. Завтра, кстати, бабушка собирается уже отчаливать из наших краев. Вот, так что поедем провожать ее. Вот. И будет такое вот спокойное воскресенье. Вот, так что всем спокойной ночи. Мы смотрим фильмец. Всем пока-пока. Feel like